Всем привет! Сегодня у нас роспись на ноготках, и рисовать мы будем персонажей культового сериала о желтолицей семейке, обитающей в славном городе Спрингфилд. Уверена, что если даже вы не любитель мультиков и не смотрели ни одной серии, то все равно знаете, кто такие Симпсоны. И изображать мы их будем в стиле грядущих праздников. Как по мне, очень ярко, весело и при этом в тематике. Ну что, начнем? Итак, Симпсоны – это мультяшки. А чем герои мультфильмов отличаются от реальных людей? А тем, что им присущи гипертрофированные части тела, разные цвета кожи, волос, одежды, при этом отсутствуют полутона или плавные переходы. Хорошо видима мимика и четко прорисованы линии контура. И Симпсоны яркий тому пример. Сегодня у нас 4 персонажа. Это детишки Барт, Лиза и малышка Мэгги, и мать семейства Мардж Симпсон. На отца Гомера у меня будет отдельное видео. Его я загружу, думаю, в течение этой недели. Так что подписывайтесь и жмите колокольчик, чтобы не пропустить. Тем более, что Гомер одет в костюм Санты. Думаю, что его отдельно можно будет рисовать клиентам. Итак, и начали мы сегодня с красотки и мамы 3 детей Мардж. Некоторые черты ее внешности будут совпадать с чертами почти всех жителей мультипликационного городка Спрингфилд. Потому что у художников, режиссера и создателя этого мультсериала Мэтта Гроунинга очень характерный и узнаваемый стиль рисования персонажей. В частности, это большие круглые глаза. Кстати, глаза мужского населения от женского отличаются отсутствием у первых ресничек, а у всех барышень, независимо от возраста, они ярко выражены. И вторая черта – это сильно выдающаяся верхняя челюсть. Поэтому первые этапы рисования персонажей этого мультика будут похожи. Итак, вы уже увидели, мы обозначили примерные границы лица, как обычно нарисовали осевую линию и с двух сторон вписали окружности глаз. От нижней точки пересечения этих окружностей пририсовали носик. Кстати, также мы начнем рисовать и остальных членов семейки. И далее рисуем контур лица. Смотрите на подсказку. По пропорциям примерно получается, что можно провести прямую через крайнюю точку глаза, кончик носа и крайнюю точку нижней губы. И эта прямая будет параллельна осевой линии. Эскиз я рисую ярким черным для наглядности. Мне очень важно, чтобы вы четко видели линии наброска. При этом я советую вам здесь использовать карандаш или светлую краску, бежевый или светло-коричневый. Сушим и приступаем к раскрашиванию. Кстати, это не первые мои Симпсоны. Вы, наверное, уже заметили их в моем трейлере. Пару лет назад я участвовала в конкурсе по росписи вручную, и нарисовать эту семейку было финальным заданием. И вот эти красавчики принесли мне победу в финале. До сих пор горжусь собой. Вот такая я скромница. Изначально я собиралась рисовать каждого персонажа отдельно, но когда уже стала накладывать базовый слой цвета, поняла, что Марджери должна держать свою малышку Мэгги на руках, и чтобы получить композицию на двух ноготках, то и рисовать мы их будем одновременно. Как? А вот смотрите и увидите. Итак, рисуем малышку. Для начала обозначила ось и крайнюю точку ее лица, так как мне надо, чтобы ее нижняя часть головы была на уровне плеча Мардж. А затем от осевой линии рисуем носик и по обе стороны от оси вписываем глаза.
Рисуем руку Мардж, которая держит ребенка. Обратите внимание, что соска и глаза у Мэгги одинаковые по размеру. Рисуем волосики и новогоднюю шапочку. Для раскрашивания я использую гель-лаки. И так как мои гель-лаки достаточно жидкие и не обладают высокой укрывистостью, то накладывать я буду целых 3 слоя. И на этих этапах я сделала ускорение. Я думаю, что нет необходимости смотреть в реал-тайме, так как тут нет ни полутеней, ни теней. Крась себе да крась, как забор. Конечно, можно было бы использовать один толстый слой гель-краски. Кстати, это большая желтая блямба на моей палитре и есть гель-краска. Как видите, она очень даже подходит по цвету, а я ее не использую. Все очень просто. Мне нравится, что за счет своего жидкого состояния гель-лаки легче растекаются и ложатся более однородно, пусть и в 3 слоя. А вот при рисовании глаз я использую и гель-краску, и гель-лак. Я их просто смешиваю. А еще, когда рисуете персонажей, не забывайте обращать внимание на их индивидуальные особенности, черты внешности, аксессуары, одежду. Давайте разберем на наших героев. Марджери Симпсон. Конечно же, одной из ее самых явных особенностей являются ее волосы. Ярко-синего цвета, уложенный в экстравагантную высокую прическу. Кстати, в честь наступающих праздников я украсила ее прическу новогодними шарами и мишурой в виде елочных веточек. В числе прочих особенностей можно отметить, что обычно Мардж носит светло-зеленое платье без бретелек и красные бусы. Смотрите, как интересно. Если мы полностью скроем все ее черты лица, а оставим только эти особенности, то персонаж все равно не перепутаешь ни с одним другим. Мэгги – младшая доченька в семье Симпсонов. Сложно ее представить без своей соски, а также неизменного маленького голубого бантика. Я даже решила нарисовать его сверху красного рождественского колпачка, так скажем, для полноты образа. Лиза Симпсон. Волосы в форме морской звезды. Она всегда носит белое жемчужное ожерелье и красное платье без рукавов с зубчиками по нижнему краю. Ну и Барт, первый ребенок в семье, хулиган и озорник. Его особенностью является, что его лицо выглядит как прямоугольник с зубчиками сверху. Это волосы. Барт также почти всегда носит оранжевую футболку и синие шорты. Thank you.
А тут я поняла, что у Симпсонов по 4 пальца, а не по 3, поэтому решила один пририсовать. Так тоже можно. Зрачки у Симпсонов выглядят как точки. По словам самого Мэтта Гроунинга, размер должен быть таким, чтобы примерно в каждый глаз помещалось 6 таких точек. Как я уже говорила, при рисовании мультяшек никаких полутеней и глубины. А вот блики есть, например, на бусах или на елочных игрушках. Не забудьте про них. За счет таких бликов на аксессуарах и создается некий объем. Не такой, конечно, как у 3D персонажей, а так, чтобы зрительно все-таки воспринималось, что это человек и что он объемный. Обычно, как и здесь, у мультипликационных героев контур четкий и черный. При этом линии должны быть тоненькие, иначе рисунок будет казаться грязным. Кстати, учтите, что тонкие линии мы делаем всегда краской. А вот у нас вырисовалось маленькое правило. Основу раскрашиваем гель-лаком, а четкие линии рисуем краской. А почему? А потому что лак жидкий по структуре и линии просто размываются и растекаются, не держат, так сказать, форму, в отличие от более густой краски. Hi.
Для финиша я решила использовать матовый топ, но мне кажется, что при глянце смотрелось бы тоже неплохо, так что решайте сами. Барта и Лизу рисуем по аналогии. Мне кажется, они очень простые. Думаю, с ними вы справитесь самостоятельно, без моих комментариев. Тем более, что их главные особенности мы уже разобрали. Я с вами прощаюсь на сегодня, а вы досматривайте до конца. Ведь каждого из Симпсонов можно рисовать отдельно. А тут вы увидите, что это очень просто. Главное понять принцип. Обязательно комментируйте, это очень важно. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всех люблю, всем пока-пока и увидимся!
Thank you.
Christmas time on high, in the world, don't let it light.
Thank you.